Это производство домино. Итак, мы продолжаем. Всем привет, с вами Тимоха Дорога. Так, блин, еще без баранина. Так, какие-то неадекваты, какие-то обезьяны, дети. Ну ладно, в общем, будем работать мы дальнобойщиком. Я уже подъезжаю именно до туда, где нам надо работать. Где тут гамадрил нам всю машину поломал. Так, давайте тачку где-то тут припаркуем. О, вообще нормально, на эстакаде поставим его. Так. Всему транспорту заправлено 100 литров. Вижу, в натуре. Вот, спасибо огромное. Сэкономили мне денежек. Так, все, оставляем здесь тачку. Надеюсь, ее отсюда не украдут. Так, все. О, так еще, если можно залезть сюда, можно. Не, прям туда нельзя. Ну, не прям супер вах прорисован низ ренджа, но нормально. Так, все, бежим сюда. Теперь куда нам? А, вот, здесь. Я просто первый раз тут все, поэтому извиняйте. Так. Это будет для новичков полезно, кстати. Вы действительно хотите арендовать грузовик за 800 рублей? Да, хотим. Так, ЗИЛ, КАМАЗ, КАЗ. У нас нулевой уровень, поэтому ЗИЛ. Так, а у вас осталось 40 секунд, надо подбежать. Надо забежать, забираем. Так, уже и прицеп стоит у нас. Все. Так, все, садимся. Ой, еще. Все, подцепили, так давайте его закроем, потому что мало ли что бывает. Вот сюда. Все, закрыли мы фуру. Так, куда теперь ехать, я вообще не знаю. Так, это у нас что, маска? По-моему, маска. Так, куда нам теперь ехать? Ого, это далековато. Ну ладно, что ж, поехали. Блин, ну тогда не привык я ездить, я и на СМПРП. Я при чем, слышишь? Пошел в жопу. Че, я твою фуру забрал или что? Не, ну тут чувак выживает сильнейший. Извиняй, если что не так. Если тебе что-то не нравится, то ну, иди в жопу. Я приехал, я взял свою фуру, все. Меня не касается твои проблемы. Так, надо будет поаккуратнее ездить, потому что будет, ну, обидно, если там что случится. Так, извиняй, чувак, мне светофор не видно. О, красный. Ну давайте остановимся, мало ли что. Так, все зеленое. Можно ехать. Кстати, это моя любимая фура. Мне не нравится ни КАМАЗ, ни КАЗ, а вот это вот еще более-менее. Если это МАЗ, я вот не обратил внимания, это или был или МАЗ, или этот, блин, как его, или КРАЗ. Я не обратил внимания, но, по-моему, все-таки это МАЗ. Так. Чуваки, пропустите, ну, не гоните, вы что, не видите, я все-таки... Ой, Митсубиши, аккуратненько, аккуратненько, все, умничка вообще. Вот хороший водитель, не тупо не стоял или не ехал, не таранил, то есть, ну, нормальный парень. Вот, а то есть такие неадекваты вообще. Я даже не знаю, что сейчас будет, ну, с какого рейса, там, сколько денег я привезу с этого рейса, ну, вообще ничего не знаю. Поэтому мне самому, мне интересно не менее, чем вам. Так, нигде никого, можно ехать. Елик, аккуратненько. Давай разменемся, чтобы ты меня, я в тебя не, никто никого не врезался. Да. Я не знаю, как вообще ездят фуры, где у кого какие пути, поэтому я еду так, как ездил раньше. Брих я не знаю, не хочу, ну, ездить и прицеп себе обламывать. То есть отцеплять. Поэтому, ну, извиняюсь. Если шу, там уже все это с опытом придет. Блин, ну мне не хочется вот там вот на КАЗе ездить. Блин, ну не нравится мне вообще. Ну, сам по себе именно по техническим характеристикам автомобиль вообще нечто. Ну а внешне он вообще ни о чем. Ну, в принципе, внешность нам не нужна, не решает практически. Она. Ну не практически, она вообще не решает в дальнобое, в профессии дальнобойщика. Ну, вот так вот. Кстати, на этой фуре уже тоже ездили, гляньте, 309 километров пробег был. Это от рестарта, то есть. Ну и не так много. Хотя могло быть и поменьше. Вот какая команда, чтобы посмотреть изучение стильбу. А, надо было с пацанами поздороваться, я забыл. Точно, сейчас. Блин, да ё-моё. Так, ну ладно, пускай привыкают, чтобы знали, что я еще у них есть в команде. Новый парень, если что. Так, пара включена, да. Пускай будет лучше включена, на всякий случай. Так, здорово. Так, ну уже...
отзывчивый этот, блин, коллектив. Надеюсь, тут нормальные ребята сидят, нет быдлосов там такого, как на сам ПРП в дальнобой. 98% быдло просто в дальнобой, просто быдло. Ну не 98, конечно, я перегнул, но где-то 90 или 80. Вот смотрите, один каз другого подрезал. Так, притормозим, то мало ли чего в этой Волге на уме. Так, я еду с правой стороны, возле обочины, особо не лечу, никуда не спешу. Мне главное груз доставить в целости и сохранности. С какой скоростью, совсем времени нету, поэтому, ну, извиняйте, я не буду ни лететь там, ни подрезать, ничего. То есть, ну, моя задача довести его, и все. Так. Аккуратно рядом с Волгой. Каз. Вот, смотрите, вот спешил чувак, ну вот и спеши. Блин, он так смешно улетел. Пошел. Ну а я не спешу, он, гляньте, где его прицеп. Кстати, он, наверное, сам уже доедет до этого, до южного. Без тягача. Ну ладно. Я, наверное, 2-3 заезда сделаю и, ну, и все. Не буду сильно видосы тянуть, а то их особо никто смотреть не будет, потому что по 30 минут там такое. Ну, кому интересно, те, конечно, посмотрят. В предыдущем видео я показал, как устроиться на работу, как сдать на права и какая категория. А в этой уже буду работать именно с дальнобоем. Кстати, там будет, наверное, выходить будни дальнобойщика, там день один, день второй такой. Ну, все-таки это уже более интересное. Во-во-во. То есть, видите, этот чувак пёр, там объезжал. Я просто его пропустил, то есть я никуда не спешу. А вообще, дальнобои в последнее время так летают. Ну, то есть, ну, я вот так вот еду на рендже, едет колонна дальнобоев, три дальнобоя, я газы не могу их догнать, летят вообще там, ну, не знаю, почему они такие, может, там кто быстрее довезет, там больше денег, вот такой, ну, не знаю, ну, я летать пока не собираюсь. Вот КамАЗ, ох, давай, чувак, я тебя пропускаю, ты по главной. Едь. То есть он меня пропустил, но вообще по правилам я его должен пропускать, потому что... Потому что я был по главной. То есть он был по главной. И я правильно сделал, что его пропустил. Так, я опять еду с правой стороны, потому что слева, если заскочу на эту хрень, то будет жопа. Прицеп застрянет и все. Да, так нормально. Блин, вот жаль, что тачки не спавнятся возле гаража. Это было бы неудобно, но это было бы очень необычно. Так, мы здесь поворачиваем, да? О, прилагало. Так, опять этот казик. Давай, едь. Блин, вот ненавижу, но вот лаги, то есть КРМП это очень классная тема, но вот лаги это просто печаль. Так, я думал здесь заезжать. Не, ну ладно. Да я вообще не знаю, куда ехать. То есть хорошо, что здесь метки есть. Не было меток, было просто очень плохо. Вон я вижу, они заезжают, ну то есть не подрезали меня, ни другие дальнобои, никто. То есть, ну, походу, они нормальные пацаны. Друг другу не мешают. Так. Аккуратненько заедем. Аккуратненько, я сказал. Так, и сейчас посмотрим, сколько у нас будет наварчиков. А, вы загрузились, отправляйтесь. А, так это мы только загрузились. То есть мы сейчас только загружались. Мы не отвезли, нам не дали прицеп с грузом, который надо отвезти, а нам дали просто фуру. То есть это куда интереснее, чем на сам ПРП. Понимаете, да? То есть, вот. Нам дали прицеп, нам дали тягач, мы поехали загрузились и сейчас едем разгружаться. Вот теперь я понял. Так, чувак, ты если спешишь, ты извини, что я так медленно ползу. Если хочешь, там обгонишь, я тебя пропущу. Вот. Потому что я вижу, тут все так лютают. Это просто на загрузку, они сюда едут. Все, я понял, то есть они едут пустые. Блин, я лучше их вправо приму, пока он там едет где-то сзади. Так, а ну... 205. На меня там никто не гонит. Ну ладно. Так, а сколько у нас максималочка? 70. Это еще не максимальная, мне кажется. Не, 70. И, кстати, 997. Где ее царапнул, я так и не понял. Вот, наверное, вот тут я ее немножечко потрепал, тащу. Так, тут надо аккуратненько. Так, никого, можно ехать. КамАЗы, кстати, вот красивые нарисованы, то есть красивые модельки, но мне больше нравится вот этот. Или МАЗ, или... Крас, я так и не обратил внимания, что он. Блин, мне кажется, что МАЗ или КРАС, да. Ну, блин, не знаю, в общем, ладно. Так, ну здесь уже можно более-менее разгоняться. Мне самому интересно, сколько дают за первый рейс. Мицуха, ну, аккуратнее, ну, умничка, хоть там вот притормозил. Так, я приму вправо. Ну, чувак на КамАЗе сейчас меня будет обгонять, то он сигналил в спине. Салам алейкум. Так, он там далеко едет, я поэтому поеду немножко подальше от этой байды, не хочется заскочить на нее, а то прицеп здесь потерять, проще паренной рейтингу.
Так. КамАЗ сейчас. Да, я так и знал, что он у него шарашится. Блин, вот, вот так классно, когда вот только начинаешь играть, и тебе дают одну из самых красивых фур, это уже приятно. То есть вам не дают какой-то огрызок, и вы на ней мучаетесь. Нет, дают хорошую машину, и то есть все нормально. Можно работать. Еще прицепы были бы заменены, было бы вообще красиво. Ну, оно бы, наверное, лагало. Ну, смотрится прикольно. Так, вот так вот еще скриншотик сделаем, и все. Так, главное особо скриншотами не увлекаться, потому что так бы FPS припадает, и мы врезались в КамАЗы. А, вот даже фара потухла, я немножко там где-то цепанул. Номера блатные. 201 АК. Ну, 70 км максималочка, как и у маршрутной такси. Так же самое, или там 80. Да, там, по-моему, 80. Точно, вот этих фур на маршрутке можно обогнать, а других уже нет. Значит, КамАЗа, не знаю, вон поехала таксиха. Он обгоняет, даже КамАЗы. КамАЗа обгоняют. Аккуратненько. Блин, такие яркие машины, они на дороге вообще некрасиво смотрятся. Блин, глаза так режут. Так. Ну, уже подъезжаем. Так, тут остановочка маршрутная. Блин, ну прикольно. То есть машина едет нормально, управляется она неплохо. Люди в дальнобое нормально. То есть, ну, друг друга не подрезают. Где-то кто-то остановится, где-то кого-то пропустит. Но я вообще сильно уж адекватный, поэтому я пропускаю всех и всегда. Во-во-во-во-во! Вот, вот почему не стоит ехать рядом с этими. Вот вы видели, да? Не надо, то есть едьте с правой стороны, потому что я вот только что попал. Я думал, что у них прицепы так взлетают, я видел частенько, вот почему. То есть держитесь подальше от этой херни. Лучше ехать посреди дороги, ну то есть, блин, вы поняли. Если можно ехать посреди дороги, рядом никого нет, едьте посреди дороги. А так будет, конечно, плохо. Надо поаккуратнее. Интересно, сколько я же получу, мне вот вообще очень-очень-очень вот интересно. Дай прицеп, ПЖ. Так. О, 2000. Дай прицеп, ПЖ. М. 1К, да. Да ну, чувак, не гони, блин. Чё, дурак? Поедь, возьми себе прицеп. Или там прицепы дороже стоят. Блин, у меня сейчас крайский язык. Я не знаю. Блин, дай прицеп. Ну, это вообще, такого я еще не видел. Так, поехали на второй заход. Кстати, там, как там? Хевскил или что? Блин, а как ставить скилл? Надо было с двумя L написать. Гляньте, бука с боком валит вообще. Так, ну ладно, туда приедем уже, продолжим, а то, ну, просто вот это снимать все это. Оно будет туповато просто. Ну, по дороге ничего прям такого интересного не случается. Вот, ну ладно, погнали. Он садится с ней рядом, он берет ее за плечи, засверкает ее. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега. Столько снега, что земля не видит неба, и звездам не видать с вершин, как посреди огней вечерних и гудков. Так, все, я приехал, сейчас сдаем груз. Так, вот. Все, это был второй заход, и третий заход будет последний. Ну, ладно, погнал, там уже продолжим, потому что вот эта дорога, это просто, ну, там ничего интересного не случается, ездить только с точки А в точку Б, то есть. До другой дороги не будет, а только отсюда туда возить. Так, ну, поехали. Так, вот я потерял прицеп, стоял в ФК, короче, пришел и написано, вы потеряли свой прицеп, возьмите новый на базе в городе Южном. Вот, там, короче, я пришел, нет прицепа. Подъехал там, где разгружаться, там стоит три прицепа. Ну, я подъехал, какой смог, там цепанул у чувака, и все, погнал. И что нам делать? Чувак, пропустишь? Там есть кто-то или нет? Блин. Ладно, сорян. Ну так надо. О, ну все, отлично. У фура это вещь. Так, ну сейчас возьмем. О, чувак врезал. Возьму уже этот.
Да, давай, чувак, пропускай. Загружусь уже и поеду обратно в этот, ну, в рейс. Ребят, короче, вот такая вот херня началась, блять. Ну ладно, пускай уже будет два тогда заезда, и один уже будет неудачный, типа. Ну, такая вот работа дальнобойщика. Буду ли я работать? Да, буду. Скилл буду прокачивать, буду это тоже снимать, так как это более-менее где-то в каких-то моментах интересно, вот. Поэтому, да, буду. Вот. Ну, вот так вот. Блин, ну, печально, конечно, то, что вот эта херня произошла, она еще не загружается, блин, бесит. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр, с вами был Тимур Ходонина, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал.